іноді, коли батьки намагаються підтримати свою дитину в якійсь скрутній ситуації, вони їй кажуть: не бійся, ну ти такий великий, ось бачиш, я теж не боюся, і твоя сестричка, наприклад, не боїться. І отримують при цьому зовсім протилежний ефект, не той, на який розраховували. Мене звуть Оксана Клочко-Макаренко, і я хочу поговорити з вами сьогодні, чому не варто казати дитині «не бійся». Почему ребенку не стоит говорить «не бойся»? Дети – существа эмоциональные и, естественно, воспринимают происходящее на этом уровне. И чаще всего они ориентируются на реакцию взрослых. То есть, если взрослый, который рядом значимый, ведет себя спокойно, то для ребенка это невербальный сигнал о том, что беспокоиться не стоит. Если же мы все-таки чувствуем беспокойство в себе, и это так или иначе передается ребенку, то ну вот давайте вспомним, когда нам говорят «не бойся», там, «не переживай», «расслабься», какую реакцию это у нас вызывает? Как правило, реакция раздражения, то есть совсем не та, которая ожидалась. Поэтому говорить это бессмысленно. К тому же, когда мы говорим ребенку, что не стоит испытывать какую-то негативную эмоцию, мы по большому счету уже определяем эту эмоцию, которую он заведомо должен испытывать. Ну вот так, как мы от него этого ожидаем. Возможно, он бояться совсем и не собирался в этой ситуации. Но когда мы ему об этом сказали, он задумался и немножко откорректировал свои эмоции. И дальше уже шаблонно будет реагировать на все похожие ситуации именно таким способом. К тому же человек не может испытывать только положительные эмоции, только радость, веселье, там, оптимизм. Человек должен испытывать весь спектр эмоций. Мы же знаем, что когда негативные эмоции зажимаются внутри, то человек начинает болеть, то есть срабатывает так называемая психосоматика. Это такой же принцип, знаете, вот как кран, из которого бежит вода. Мы не можем перекрыть его наполовину, мы не можем отделить, допустим, только негативные эмоции, а оставить позитивные. Если мы перекрываем эмоции, то перекрываем их полностью. Следовательно, давая установку ребенку, что те эмоции, которые он испытывает, они ненормальные, неприемлемые, мы тем самым обрекаем его на то, что он не сможет испытывать радость, веселье в том числе. Как же можно помочь и успокоить ребенка? Ну, вот уже было сказано выше о том, что ребенок часто видит мир окружающий нашими глазами. То есть если мы чувствуем себя спокойно и уверенно в данной ситуации, мы можем передать это чувство ребенку. Обнимите его. Пусть он почувствует вот, то, что он защищен в ваших объятиях. Задайте ему вопрос. Скажите, что я вижу, что ты беспокоишься. Мог бы ты об этом рассказать подробнее? Обязательно, чтобы при этом вы его обнимали. Еще раз повторюсь, для того, чтобы он чувствовал себя уверенно и защищенно. Вспомните какую-то историю или ну, какую-то ситуацию, возможно, мультфильм, фильм, который вы смотрели, который бы мог метафорически объяснить ребенку, как стоит поступить в этой ситуации. Или навел его на какие-то размышления. Может быть, он придет к своим каким-то неожиданным выводам. Дайте легитимизацию страху ребенка. То есть позвольте ему рассказать о том, что он чувствует. Но в то же время не создавайте ситуации, когда вот это вот ощущение страха или тревоги будет единственным способом получить ваше внимание. То есть ребенок не должен испытывать вторичную выгоду от тех чувств, которые он сейчас переживает. Проанализируйте, не является ли действительно реакция ребенка в данный момент его попыткой ну, проманипулировать вами, то есть получить ваше внимание сейчас. И уделяйте ему внимание побольше во всех других ситуациях жизненных. Попробуйте проиграть с ребенком его страх или прорисовать этот страх. Например, его можно изобразить на листке бумаги, а потом этот листок либо смять, либо сжечь, либо разорвать и таким способом его нейтрализовать. Попробуйте этот страх уложить в какую-то сказочную историю. Например, придумать какую-то сказку о том, как какой-то герой побеждает этот страх, ему помогает волшебная палочка или какие-то там сказочные другие герои.
И ребенок таким образом сможет немножечко уложить это все у себя внутри, поскольку у детей часто сказочное мышление, они быстро переносят это все на себя, то и справиться с реальным страхом ему поможет такая вот история. Попробуйте проговорить с ребенком, какие ситуации в прошлом помогали ему справиться с подобными ситуациями. Можно также с помощью игры обучить ребенка правильно дышать. Научите его делать быстрый вдох и очень медленный выдох. Это успокаивает в целом нервную систему, ну и, соответственно, позволяет ребенку больше думать, а не переживать эту эмоцию. Покажите ребенку разницу между двумя понятиями – страшно и опасно. Какое-то событие может быть для нас неприятным, страшным, но при этом не являться опасным. Например, ситуация экзамена. Это страшно, это неприятно, это вызывает какие-то не очень хорошие эмоции, но при этом это совершенно не опасно для здоровья. Понимая разницу между двумя этими понятиями, ребенок будет меньше тревожиться по этому поводу. Помогите ребенку проанализировать, что помогало ему раньше справляться с подобными ситуациями. Например, добродушная, благоприятная атмосфера в семье очень поддерживает и эмоционально наполняет человека. И это может быть хорошим подспорьем и хорошим щитом в сложных жизненных ситуациях. Если вы чувствуете, что ситуация сложная и затянувшаяся, и вот эти вот беглые советы не помогают, все намного серьезнее, тогда обязательно обратитесь к специалисту. Я желаю вам сохранять стойкость и уверенность, в какой бы жизненной ситуации вы ни оказались. И помните, что никогда не поздно стать тем, кем ты всегда мечтал.